Мы идем на пешеходный мост. Я говорю, мне вот интересно, что это за система акведука на том берегу. Реально на древний акведук похоже. Представляешь, так и есть. Да, мы, кстати, вчера ошиблись. Этот мост пешеходный. Просто мы когда переезжали Волхов, мы видели городской пляж, но это, видимо, просто с другой части вон того автомобильного моста было видно. Вот, потому что мы, находясь на том, смотрели на этот и думали, что мы здесь проехали. А нет, это только пешеходный. Нет, Ариш, это один городской пляж, их немного. Не могу остановиться снимать эту панораму. Тут вон еще голуби гуляют. Воробьи в траве. Вон они прыгают, выныривают. Наши сидят, ждут водичку. Папа пошел за водой. Утка с утятами. Ну вот тут на Садко предлагают час покататься. Но нет, у нас Городище на очереди. Место паломничества молодоженов. Смотрите, как красиво. Купола Софийского. Новый год называется Горбатый мост. Кстати, история появления Софийского в Москве тоже связана с этим собором. Новгородцев, да, выселяли в Москву. И они на Лубянке, на месте их поселения, возвели. Ну вот тут туристки разные части тела натирают. Не, он не грустный, он балдежный. И носик потереть. Носик. Ганзейские дни нового времени. Замечательная панорама. Там он тоже за деревьями спряталась церквушка. В 52-м году восстановили ее. Огромная пешеходная улица здесь. Очень приятно гулять. Красиво, красиво. Ну вот мы зашли, попили кофе, да? И сейчас пойдем. Вернее, вызываем такси и поедем смотреть Рюриково городище. Да? Да, Рюриково. Мы приехали к Рюрикову городищу. Значит, ехать довольно далеко. Дороги такие были очень, как сказать, запутанные. Вот, поэтому, если соберетесь сюда, то лучше на такси, и машину лучше не отпускать, потому что машин в городе немного, мы вот это такси ждали достаточно долго,
Поэтому машинку мы не отпустили. Сейчас пойдем погуляем. Посмотрим городище. И на этой же машинке уедем снова в Новгород. Ну и нам очень подходи. Ну вот тут раскапывают. Нет, вон там, смотри, старая. Ну вот, собственно говоря, что вот. Ну вот, собственно говоря, да. Все, что осталось. Все, что осталось, вот она и все. Тут экскурсия. А, ну да, оно же при разливах превращалось в остров. Арина? Тут на машине, конечно, самое оно. Арин, слушай, ну ты следи за машиной-то. А то он... Вот это, понимаешь, достопримечательность. Вот это, понимаешь, панорама. Да. Да. Так, не знаю, смотри, выбрала как самый высокий холм. Нет, место, как всегда, как так и в Нижнем Новгороде. Самый и здесь. Холм, а потом уже выбрали, вот потом уже туда перебрались. Да, это просто вот свидетельство разумности наших предков. По-другому эту достопримечательность не назовешь.